минувшего века. Нам бы очень хотелось вас всех воскресить, чтобы вы поглядели на наши успехи. Ну а мы вас сумели отблагодарить. Мы бы каждый, кто чем выражал благодарность, молотил ты колхозник рабочий ключом, враг народа киркою, протезом афганец. Ну а я бы кому засветил кирпичом. Вот так, вот так. Чего мы бесились, престол угрозя, ведь природа не дура, и бог не коллега. Ну а мы его шею, но так же нельзя. Может, вам и хотелось наладиться сразу, только спешка нужна при охоте на плод. А природа не может творить по приказу, и совсем уж понятно, не может и бог. Вот так, вот так. Вы знали примеры, когда ваши коллеги учинили террор, истребили целые нации мечом Робеспьера, и Париж по сей день отбывает позор. Правда любит родище после той мясорубки, путешествие из Петербурга в Москву. Чуть досады не смолкал, повредился рассудком, не ругая масонов, погрузился в тоску. Вот так, вот так. Пишите воскреснуть, выходите на суд от дураченных масс. Пусть ответят за все Чернышевский и Герцен, и мечтатель Белинский, и мудрец Карла Маркс. Пусть ответят и те, что пришли вслед за вами вышибать из народа и радость, и груз, и свободных славян обратили рабами, и в тюрьму превратили Великую Русь. Вот так, вот так. Я думаю, что ни для кого не секрет, и для меня лично, Игорь Тальков был по-настоящему героем своего времени, настоящим поэтом, который мог быть абсолютно разным и никогда не стеснялся быть самим собой. Устами Игоря Талькова в то время говорила страна, ведь кто-то из поэтов всегда должен это делать. И я думаю, что ему легко было в то время, все-таки начав с лирики, с романтических песен, с чистых прудов, с песни, которая наиболее в первое время в его исполнении стала известным, все-таки перешагнуть грань цензуры, грань смелости, грань, может быть, чиновников, радио и телевидения, и запеть то, что по-настоящему хотел запеть, то, что хотел сказать. И действительно, он транслировал то, что говорили и хотели говорить люди в каждом уголке нашей страны. Песни Игоря Талькова, и спустя 25 лет вы, конечно же, это слышите, они вновь актуальны. Если отмотать чуть назад выступление Ольги Кормухиной, вы услышали эту фразу замечательную, которая в то время была актуальна, но она и сейчас актуальна. И услышал казак: «Ты идешь воевать за народную власть со своим же народом». Это напрямую имеет отношение к тому, что сейчас происходит в мире, в близких к нам государствах.
Вот. И, конечно же, «Господа демократы» — это тоже песня, которая через 25 лет вновь обретает свою силу. Я уверен, что у настоящих поэтов, те, которые жили смело, уверенно и открыто, их творчество не подлежит времени, оно будет жить бесконечно, пока мы его с вами помним. Спасибо.